ходят слухи, что в Эстонии плохо относятся к русским. Но я спешу развеять этот миф, потому что Эстония – замечательная, открытая страна, и ее жители любят все народы этого мира. Поэтому, если вы еще не были в Эстонии, я обязательно вам советую посетить эту сказочную страну. Добро пожаловать в Эстонию!